Все, мы сдаемся, мы по одному мячу будем давать. Ты куда-то так резко побежал? Угу. Ой, кинь ты на фонарь, где папа дал встретить. Вот так? Она пишет. Пишет, прикинь. Можно я опять? И все я, без конечно... газа пьют, вообще молодцы какие. Я бы всегда этого буду. Да? Можно было промочь. Аня, еще жаба. Где жаба? Где жаба? Да, я тут все. У меня нужна была глюкотка. Где жаба? Виноград давай. Надо было покупать. Мне в ресторане дали какие-то конфетки с арахисом, могу поделить. Конфеты? Дай, виноград, видел? Дай конфеты. Я что-то голодный. Играем? Мне яблоко есть. Давай яблоко. Не будет кушать, играть. Юрий, что не предложил, все. Ой, я такой. Там какой-то арахис, что-то такое, малой, да, его? А вот возьми. Да? Юра, стандартный студент, вот, понимаете? Ты мне не дадут есть, приедет. Да, чтобы спокойно жить. А, где там забав? Ты уже яблоко съел? Нет, он в процессе. Тебе что сказали? Я поняла. Хорошо, давайте тогда на пятницу, где? Ну, давайте я подумаю. Сейчас немножко просто занята. Вы видели книжку, я его скинула? Так бы лучше от этого не будем, поэтому... Онищенко написал. Ты на яблоко побежал? Смотри. Да нет, я вам просто так скинула. Я что-то там видела. А, вот так? Давай. Вот я с Коля потом. Это уже такое дело как бы. Вот. Что ты пришел? Друзья, плохо не. Непонятно. Так, хорошо, договорились тогда. Все, так. Давай. Да, хорошо, договорились. Давайте можем рыбу. Мы же на нас выходили, может быть. Она на разминке рассказала про пацана, который тоже так подает. Все, договорились, да, тогда до связи. Да. Что вы там, жабу ищете? Готовы, все. Подавай. Итак. Бросишь.
Заходи, Лёш, давай, пробуй. Ну, давай. А ты должен тебе подавать. Куда-то. Ой, конечно.